Но для меня Кремль всегда был историческим, а не политическим объектом. И я считаю, что депутаты, так же, как и управляющий корпус, они должны находиться в административных зданиях, они должны заниматься там работой. Вот. А музеи должны оставаться для людей, для зрителей, которые могут прийти, посмотреть, как здесь правили бывшие правители, и посмотреть на то, как строился город Москва